Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети. И ты станешь богат, мой друг. Привет. Что делаешь? Пришел, придешь? Свой? Блин, Макс, ты гонишь? А что никто не заходит? Отлично, все сидим в перескоке. Не, Макс, нормально, да? Максим, позови кого-нибудь. Могу меня позвать? Поставьте лайки, ребят. Что ли? Да, кто это, блин? Покажи мне. Это Макс поделился, было же написано, поделился у него. Нет, это Илья поделился. В какой рекламе эта песня, что я забыла? Привет всем. Привет. Lenovo. А, да, точно, Lenovo. Да-да, мне нравится. Внизу. Вот у меня дурацкая плечка, поправились волосы, а в шапке я этого не делала. Привет. Кто ты? Можно других захватили перископ. Хорошо. Что за клан Билайн, типа? Да блин! Я Илья, на самом деле. Я сделал пластическую операцию, теперь я Илья. Как мне сказали, ты не отмороженная в шапке сидеть. Это же жарко. Спасибо. Да, друзья. Кто я? А кто ты? Мне 20. А сколько у вас людей? 21. У тебя? Макс! 3. Мне ушли все. Там крикнули. Хорошо. Хех. Хех. Ой, я, видимо, что-то пишет в перископе, а я не вижу. Ему что-то отвечают. Что пишет Илья? Почему не заряжается? Спасибо. Твой любимый цвет. А я весь черный. Твой любимый цвет. Космос. Космос. Привет. Что там происходит у тебя наверху? Я не знаю, там соседи вечно, у них что-то падает, шумит, они вот это ставят. Песня классная. Да, песня крутая. Ага. Клип тоже крутой. Я не смотрю, это... Тум-м-м-м. Али, али, али. Хочу громче. Я клип тоже не видел. Это ваш канал на Ютубе? Нирма. Шанель. Нет. Ну, как если Шанель? Не громче, не делается. Делается. Не получается. Вы добираетесь увидеть наши видео. Али-али. А давно вы выставили видео из магазина? Я посмотрел сегодня. Все, мне нравится. Мне тоже. Чипсы. Сыр. Я писька. Спасибо. Спасибо. Всю жизнь танцевал. Нашел? Ну, просто под рукой что-то. Потому что стал Максюша. Смотри, что нашел. Нет. Все в перископе, они тоже? Нет. Была бы классная у нас эта тусовка, если бы ты тоже была в перископе. Ну что, пишите, спрашивайте. Блин, так давно это что там пишет Илья? Али, али, али. Ксюша,
Там у нее один человек, реально? Да. Ахех? Скажи. Ахех! Кек! Илья! Илья тут! Эго, эго. Эго, эго. Але, але, але. Клип классный, мне нравится. Можно это забыть? Нет, я думаю, я буду трек. Я отошел вчера, как вышел. Да, все хорошо. Не опять, а снова. Мы сидим, слушаем. Спасибо. Уильям, эго. Макс идет в перископ. Слушай, сидит в моей шапке. О, смотрите, Гриша. Дружбан. Я веду перископ, Ксюша ведет перископ. И... Гриша. Черную, красную, чистую, грязную. Не подмечаю. Мне песня бесит. А девушка, кстати, симпотная. Волка вот, она из тату, ты знаешь, да? Тату. А, блин, это она? Да. Вообще, круто. Спасибо за лайк. Я не знаю, что ты бэкстейдж. Хачата? Сейчас чихну. Хочу пересмотреть этот момент, потому что мне кажется, это было смешно. Не знаю. Спасибо, спасибо, спасибо. Ему 17 лет. И ему 35. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, я ушел, все ушли. Жи меня рядом. Да. Что-то уйдет. Люби меня всякую, твердую, мягкую. Что плохо, что не дает, не знаю. Ну, вот так. Расскажи ты анекдот. Короче, подписывайтесь на меня ВКонтакте. Спасибо. Ты кто? Ты кто? Вот.